Вот такой тут интересный дот. Напомню, что мы здесь забрались в Клязьминской пойме. Интересное местечко. Да, пишите комментарии, почему он тут стоит на берегу реки Клязьма. Вот такой вот бетонный. Итак, кто знает, что это за спецобъект? Скажи комментарий, как ты думаешь, что это? На что он похож? На средневековый замок? Угу. Но судя по тому, что этот бетон нестандартный, не современный. Согласен? Советский. Мне кажется, нет. В Советском Союзе был такой бетон, что прям видно. ГОСТ. Тебя не смущает, что там железная рельса? Рельсы лили, растягивали, знаешь, еще как давно. Но все равно в Советском Союзе вполне возможно было. Нет, мне кажется, раньше. Возможно же. Ну, судя по всему, он, видишь, не такой бетон, не как должен быть по ГОСТу. По ГОСТу он другого цвета и другого плотности.